Ребятушки, всем привет! Вечерняя прогулка. Нахожусь где-то километр от моего дома. И решил сегодня пойти в другую сторону, посмотреть, что в этой стороне. Вижу, здесь машины какие-то припарковались. Ни разу еще здесь не был. Сейчас посмотрим. Конечно, недалеко отсюда дорогу главную нашу. Птички тут поют, вот еще машина. И смотрите, улей. Очень много пчел тут. Много деревьев пекан. Тут какое-то поле. Но люди сюда ходят, останавливаются. Огромные эвкалипты, вот такие вот, метров 50, наверное, в высоту. А с этой стороны растут пеканы, орехи. Как-то запущено, но дерево, деревья хорошие. Пойдемся внутрь этих деревьев. Эвкалиптовых деревьях. Посмотрим, как там лес эвкалиптовый. Наверное, когда дожди. Такая вот речка. Дерево полумертвое. Может упасть в любое время. Вот сюда и вышел отсюда. Значит, люди просто тут гуляют. Такие вот деревья. Такой лес, эвкалиптовый лес. Маленький. С высокими деревьями. Да и все. Вроде бы. Вон эта гора мусора, которую из нее сделали смотровую площадку. Там где-то мой дом. С той стороны. Там вдалеке это здание высокие, это город Петах-Тыква. Сейчас уже где-то почти 6 вечера. Совсем не жарко. В последнюю неделю у нас было плюс 40 и выше. Сегодня вот 26. Очень приятно, особенно вечером. Сейчас чуть-чуть, наверное, распадает уже температура. Очень приятно ходить. И вот такую бы погоду нам. А то когда слишком жарко, это просто невыносимо. Видите, две разметки. Одна — это тропа Израиля, Швиль-Исраэль. Желто, синий, белый. А вторая — синий и белый. Это другая какая-то тропа. Короче, Швиль-Исраэль тоже проходит здесь. Мы уже ходили по ней. С самого Тель-Авива до Иерусалима. 2 года назад или 3 года назад. Нам заняло это 3 дня. Не знаю, километров 90, наверное. Мы ходили, ночевали даже в одном мошаве или кибуц, это Цуба, возле Бет-Шемеша. Вот эта часть, я сейчас зашел сюда. Смотрите, какая красивая тропа. Камыши вокруг, эвкалипты. Ветерок очень. Такой прохладный ветер сегодня. Вообще погода супер. Сейчас вот ходить это как раз. Интересно, куда меня заведет эта тропа сейчас, потому что здесь 2 тропы. Посмотрим, куда это заведет меня. Кто-то ходил тут, вот смотрите, специально вон срезали эти камыши, чтобы люди смогли ходить. Смотрите, какие деревья громадные, эвкалиптовые. Для того, чтобы люди вон на велосипедах тут гоняют тоже. Много очень следов от великов. Ухаживают за тропой.
класс. Столько тени. Вон отметка еще одна на дереве. Тогда, когда мы ходили в прошлый раз с друзьями до Иерусалима, то это был как раз сезон дождей. И мы ходили здесь по грязи. А сейчас, смотрите, как все сухо, столько тени много. Вокруг камыши. Смотрите, утки там. Вот эта река Яркон. Прямо рядом с моим домом. Вот такая вот часть от Швиль Исраэль, часть от тропы Израиля вокруг реки Яркон. В прошлом видео, если кто смотрел, я шел в другую сторону. До Тель-Авива дошел 23 километра. А эта сторона, которая идет в сторону Модиин, Элад, Модиин, потом Бет-Шемеш, Иерусалим. Ну, это на 2-3 дня как минимум ходить, чтобы дойти до Иерусалима. Смотрите, заходим прямо в камыши. Вау. Посмотрите, как люди проделали. Не помню, чтобы такое было у нас в прошлый раз, когда мы здесь ходили. Как будто вообще темно, в темноте ходишь. Да, ребята, тут еще и шакалы живут. По ночам они... Я их слышу прямо с дома, с моего. Да и они вообще ходят у нас там по мусоркам тоже. Но вот их не норы, это вот в этих местах. Вокруг реки. Вот в камышах они живут. Шакалы, лисы всякие. Ну и змей, конечно, тут полно. Со стороны, когда видишь эти камыши, не можешь даже представить себе, что вот здесь такие проходы есть специальные, чтобы ходить. Думаешь, там просто река и все, и камыши. А нет, смотрите, люди как взяли все, прорезали специально, чтобы тропа сохранялась. Ну вот, не знаю, прошел, наверное, метров 700, наверное, в таких камышах. И вот вышел я из этих камышей. Вон, смотрите, город Одашарон. Вот это наша гора мусора, из которой сделали смотровую площадку. И вот он, мой дом где-то там. Примерно километра 2, даже меньше. Даже и не знал, что здесь так проходит такая интересная, красивая тропа с такими камышами высокими. Вот продолжаю я еще идти дальше, посмотреть, как это там дальше выглядит. Чуть-чуть от дома еще отойду на километр, и потом буду возвращаться уже, потому что вечер. Ну, вот такое вот видео у меня получилось спонтанное. Вообще не планировал. Просто думал, дай-ка я пойду в другую сторону, посмотрю. Вон, смотрите, какие. Ребята, я вообще-то очень рекомендую вам сходить вот в такие места, особенно здесь, недалеко совсем от Тель-Авива. Минут 15 езды, наверное. Можно припарковать машину в одном месте и в другом, и ходить вот по таким интересным местам.
по тропе Израиля, то есть часть от этой тропы. Можно и в жару ходить, потому что здесь тени, достаточно тени. Очень рекомендую. Те, кто хотят по природе пройтись. Природа здесь прямо рядом. Вон, смотрите, какие громадные эвкалиптовые деревья. Слышу, людей идут навстречу. Вот, ребята, такой вот спонтанный, как я говорил, уже ролик у меня вышел. Я сейчас заканчиваю где-то. Тут рядом дорога уже совсем близко. Если вам нравится такое видео, ставим лайки, пишем комментарии. Увидимся в следующем видео. Всем пока!